Вот. Поэтому, чтобы не выбиваться из графика, так сказать. Ладно, проходи. Там есть место. Ну, собственно говоря, все. Я начинаю. Галина. В общем, прошло более 3 лет, немногим более 3 лет с нашего первого грандиозного африканского концерта. Вот, многие из вас были на нем. Ну и сейчас мы снова вместе. Редко собираемся, но метко. Вот. Значит, кто-то у нас, наверное, смотрит уже прямой эфир, который я не понимаю, есть ли у нас прямой эфир? Еще пока нету. Еще пока нету, да? Пора. Пора. Вот. Смотрите, многие люди, конечно, здесь не поместились, не могли приехать, но они всем сердцем с нами. Вот обратите внимание, здесь висят плакаты. И там имена тех, кто сердцем с нами, сердцем и душой, но, к сожалению, не смогли приехать. Вот. Очень обширная география. И в этом зале собрались также не только питерские зрители, а много-много. Вот Москва, Уфа, Златоуст, один Сахалин, чего только стоит. Сахалин, вы представляете, да? Вот. А кто-то, может быть, еще есть? Назовите свои города. Вологда. О, Вологда. Вологда, да. Так, все. Остальные все питерские. Златоуст. Да, Златоуст я назвала. Ну, а сегодня на этой сцене выступят замечательные поэты и музыканты. Вот. Ну, а начну я, наверное, с стихотворения Светланы Лаврентьевой. Вот. Которая, наверное, очень символизирует нашу сегодняшнюю встречу. Народ, все готовы? Начни пока. И время будет идти по кругу, считая бусины старых четок, и разлучая людей друг с другом, готовить встречи для разлученных. И время будет стирать жестоко, освобождая для новых места, не слыша просьбы, не помня сроков, пусть слишком больно, но очень честно. И время будет. Однажды просто случится нашим. Бери и веруй. Мы называемся миром взрослых, где каждый день измеряем мерой знакомой боли, привычной силы, что заставляет крутиться глобус. А жить не так уж невыносимо. Сложнее выжить, но ты попробуй. Ведь все, что было, цепочка фактов. На ней иконка твоих историй, где гравировкой увидишь завтра все то, о чем ты сегодня споришь. Где сам однажды случишься ликом, нечетким контуром, силуэтом, и время просто сотрет улики, и ты начнешь забывать об этом. И ты начнешь находить простые святые радости в тихих буднях, улыбки, песни, слова, стихи, и однажды ты, наконец, забудешь. Мы все проходим свои мытарства и очищаемся свежим воском. Приходит время, бери и царствуй. Ложись на землю, смотри на звезды, держи оставшихся к сердцу ближе. Не бойся боль отпускать по ветру. Когда ты будешь просить, услышит, и это будет тебе ответом. И, наконец-то, протянут руку, и ты увидишь в окне открытом, как время тихо идет по кругу и шепчет четко свою молитву. Ну вот. Ну, а следующий, значит, у нас будет поэт. Ой, поэт.
Коля, ну тоже поэт, собственно говоря.